В этом костюме неудобно сгорбить спину, опустить плечи, голову. Здесь как бы надо себя нести, потому что там все на это настраивает. Русский костюм восхищал всех иностранцев, да, которые бывали. А ведь, как правило, к России, к ее культуре относились как бы враждебно. Она, потому что большая территория, потому что сильное государство. Зависть, зависть никого особо не радовала. Все, что здесь происходило. Но столько оставили письменных документов о том, какое впечатление производил русский костюм. Ткань очень недолговечна. Даже в отличие от дерева, от камня. Мы работаем сейчас над тем, чтобы это все вот сфотографировать, чтобы могли во всех регионах. Потому что это, вот организация этих выставок, оно на самом деле очень сложное дело. Это же надо представлять костюмы, вот, чтобы экспонировать. Надо одеть на манекены, а костюмов много. Хочется показать все. Это надо где-то найти помещение, это надо как-то их сохранить. Понимаете, это очень сложное дело. Поэтому вот сейчас я стараюсь как бы это все отснять, чтобы каждый мог купить какой-то там набор открыток или книжку, или альбом. Или альбом.